выражение только сегодняшнего дня. Это инвестиция. Ваш ювелирный гардероб – это сохранение ваших сбережений. И это лучшая возможность сделать правильную покупку. Ведь это золото 585-й пробы. Это золотая цепь. Это двойной ромб. Это уникальная, универсальная, самое востребованное плетение. Мы с вами снимаем верхнюю одежду. Мы надеваем открытые платья. Мы декорируем свои зоны декольте. Мы надеваем золотую цепь. И все сразу понимают, что вы женщина статусная, что вы женщина со вкусом. Забирайте прямо сейчас универсальную цепь, двойной ромб, которая у нас является бестселлером телеканала Shop & Show. И среди постоянных покупателей ее чаще всего выбирают. За все время было продано более 1500 золотых цепей. А в связи с подорожанием, следующий день золота будет только в ноябре. Но у нас универсальная цепь легендарного прочного панцирного плетения, разновидность двойной ромб. Самое востребованное плетение, универсальное и самое желанное. Золото 585-й пробы. Золото, царь металлов, символ богатства и власти. С каждой цепочкой вам приезжает золото 585-й пробы. Паспорт, который гарантирует вам драгоценное ювелирное изделие. И мы заказали полноразмерный ряд. Размер есть от 40 сантиметров до 60, а заказали мы эту цепь еще до наступления мартовских событий, до изоляции. Цена докризисная. Успевайте дозвониться прямо сейчас. Это стильное украшение, это элегантность, это статус. И у нас, пожалуйста, 40 сантиметров длина, 45, 50, 55 и 60 сантиметров. Вы посмотрите, какие доступные цены. Невероятно! Плюс бесплатная доставка в любую точку России от телеканала Shop & Show. Вы знаете, сделать заказ очень легко и просто. Звонки бесплатные с любой точки России, не выходя из дома. Золото приезжает к вам. Инвестиции. Ты знаешь, Оля, бумажки, вот деньги, они могут всегда обесцениться. Так и происходит. Золото не обесценится никогда. Вы получаете золото 585-й пробы. Это царь металлов, это блеск золота. Издревле еще именно золотые монеты использовались, потому что золото, оно никогда не обесценивается. Потому что золото никогда еще и не меркнет, его называют символ солнца, да. Символ богатства, символ власти. У вас сегодня невероятная возможность получить свою золотую цепочку. Ты знаешь, Оля, что начиная с мая прошлого года на лондонской бирже ценных металлов стоимость унции золота выросла на 20%. В связи с последними событиями золото продолжает расти. У нас золото 585-й пробы. Значит, цены в магазинах, когда они откроются, вырастут еще больше. Знаешь, даже если зайти сейчас в интернет-магазин, да, можно увидеть цены, от которых голова просто ахнет, да, круглый. Вот, обратите внимание, вот она, лондонская биржа, вот они, повышение цен. У меня, кстати, подружка, она купила себе много золотых украшений в мае прошлого года. И знаешь, сейчас она говорит, мои украшения стоят, получается, в несколько раз дороже. Вы посмотрите, какая динамика роста цен. А я вот вспоминаю, когда в 90-м году поскакали цены, все бросились покупать золото. И вот посмотрите, 2019 В 2015 году цена на цепь 11 900, а уже в 20-м... это 40 сантиметров. 14 770. Посмотрите, сравните цены. 19-й год и 20-й. В разы выросло золото. Невероятно. Так и еще у нас сейчас золотые магазины все закрыты. Работают только интернет-магазины. 12-17 тысяч. Что за цены? У нас на телеканале Shop & Show антикризисная цена. Ваша экономия прямо сейчас 7200 рублей. Цена только сегодня от 5999 рублей с бесплатной доставкой. Радость обладания золотом как символ богатства, символ владения престижем, высоким статусом в обществе. Богатство обеспечивает уважение окружающих, дает уверенность в себе. Мы осознаем то, что золото принадлежит именно нам. Конечно, тем более, что золото – это тот драгоценный металл, который всегда только растет в цене и дарит нам высокий статус. Никогда не тускнеет, всегда остается блистательным и ярким. Цена от 5999 рублей. Скидка 7200 рублей. И бесплатная доставка. Полюбуйтесь, как блистает, как сияет. Это статус, а статус – это социальное положение. Конечно. Уровень образования и авторитета человека в обществе. Статус человека определяется не только его делами, но внешне, и внешней атрибутикой. Конечно. И у нас золотая цепь, золото 585-й пробы. А вот ты знаешь, Оль, что в следующий раз день золота на нашем телеканале сможет состояться только в ноябре.
ноябре. А здесь у нас, обратите внимание, уникальное плетение, двойной ромб. В каждом сегменте сразу два звена, одно в другом. Смотрится одновременно богато, легко, плюс еще и лазерная пайка звенья, алмазные грани. Это просто невероятное свечение, блеск, красота, статус. И, кстати, еще и самая твердая валюта всего мира. Но если заглянуть на цепи вязальное производство, ты знаешь, вот я посмотрела, там такие катушки стоят с цепями. Я сказала, дайте-ка мне хоть одну такую катушечку домой. Правда, ты знаешь, я вот в декабре перед Новым годом потеряла золотую цепочку и хотела еще перед Новым годом заказать у мужа на Новый год себе, да, у Деда Мороза письмо. Но тогда я посмотрела, 20 тысяч перед Новым годом стоили золотые цепочки. Это сейчас только вспоминать, а у нас, к сожалению, магазины закрыты, когда откроются, неизвестно, какая будет цена. Интернет-магазины уже цены подняли. Поспешите сделать свою покупку, сделайте заказ. Это золотая классика. Это плетение проверено десятилетиями. Это универсальное плетение, подходит и для мужчин, и для женщин. Угу. Можно носить с подвеской, можно носить как самостоятельное украшение, можно носить вот так на платье, можно носить на декольте, можно носить на водолазку. И эта цепь никогда не выйдет из моды, она самая популярная. Конечно, тем более, что всегда вы надеваете, чувствуете себя защищенным. Вот когда я потеряла свою цепочку, у меня было ощущение, что у меня шея голая. Угу. Так хотелось что-нибудь. Вот сегодня вы можете надеть свою цепочку, почувствуете защиту. Но и самое главное, что эта цепочка вписывается в любой ансамбль. Деловой, посмотрите, повседневный ансамбль. Всегда цепочка добавляет роскоши, богатства, статусности. Это особый металл, который видно издалека. Блеск золота не спутать ни с чем. Недаром покупка золотых украшений считается удачным вложением денежных средств на века. Золото – драгоценный металл, который не подтверждается коррозией, а поэтому сохраняет свой безупречный вид на протяжении нескольких сотен лет. Ювелирные украшения из золота ценятся не только благодаря стоимости золота, но и благодаря тонкой работе. Следующий день золота у нас ожидается только в ноябре. А какие цены будут, неизвестно. Дозвонитесь прямо сейчас, успейте. Слушай, смотри, вот есть проба, да, на специально вот на нашем замочке, да, конечно, сразу замочек, да. Наш предельный. И вот, видишь, выплавлено тоненько-тоненько, 585-я проба. Да. Это самая лучшая проба. Это, во-первых, надежность, это качество, это лучший выбор, и это алмазные грани. Как блистает цепь, посмотрите, издали, это видно. Золото. Поспешите сделать покупку, пока есть все длины. Бесплатная доставка.